11 мая 2024 года, 14 часов 15 минут, делаю сообщение министру природных ресурсов и экологии. Да, значит, строители, которые здесь незаконно работали, нарушая федеральный закон, вроде бы уехали, ну не знаю, насколько долго. Просто хочу министра природных ресурсов попросить, чтобы он дал команду на основании положения национального парка въезда и на основании, значит, статей федерального закона, части 4, статьи 27, там статьи 15, много статей, чтобы въезд в национальный парк был, значит, хотя бы проверяли грузовые машины, которые везут без перерыва стройматериал, чтобы у них проверяли путевые листы, да, куда едут, откуда, зачем едут, кто дал разрешение на въезд многотонным машинам, да, которые, да, легко это проверить, потому что национальный парк разделен на кварталы. Там есть лесничие работники, правильно, которые получают зарплату, чтобы они подходили, спрашивали, проверяли у них документы, на основании каких документов они въезжают, на какие земли, потому что те земли, которые особо охраняемые по двойному реестру, переведены в разные категории, нетрудно будет лесничему проверить в квартале где-то, да, этот земельный участок, назначение земельного участка и разрешение. Если этих документов нету, вызывать, значит, участковых, полицию, да, и составлять, ну, да, составлять акты и наводить порядок. И более того, вот эти строители, которые въезжают, не оформляются в национальном парке, не платят денег за въезд, они тоже, они помимо того, что так нарушают, они, значит, въезжают незаконно в национальный парк, нарушая положение национального парка. Собирают, значит, рвут рододендроны, чернику, все топтают и так далее. Поэтому это все нарушение закона. Прошу министра природных ресурсов на основании положения навести порядок в национальном парке при въезде. Спасибо.